В понедельник на нашем телеканале суперпремьера – многосерийный научно-популярный фильм «Кон-Тики 2. Утомленные ветром». Над картиной работал наш коллега-журналист Игорь Канев. Он с самого начала следил за ходом экспедиции в рамках программы накануне. Вот такие плоты плавали в студии. Все это в итоге со временем превратилось в сериал. Фильм выйдет 10 апреля в 19 часов только на тюменском времени. Кстати, этот канал теперь есть во всех кабельных сетях на 21-й кнопке. Почему стоит смотреть «Кон-Тики 2. Утомленные ветром»? Об этом далее. Вот так выглядит шестибальный шторм. Высота волны 6 метров. Тяжелый 30-тонный деревянный плот болтает как пробку. Это кадры нового сериала «Кон-Тики 2. Утомленные ветром». Вот они, 40-е широты. В центре внимания путешествие, которое организовал норвежец Торгейр Хигров. Он набрал международный экипаж. В их числе был и наш земляк, доктор Сергей Гольцов. Если согласиться с тем, что с латыни слово «экспедицию» означает приведение в порядок, то «Кон-Тики 2» — это была грандиозная приборка, прежде всего, в самих себе. Телеканал «Тюменское время» подробно освещал ход экспедиции. Логичным продолжением стала идея сделать фильм. Материал богатейший. Из океана Сергей Гольцов привез около 2 терабайтов видео и фотографий. Только на отсмотр материала и разработку темы ушло около полугода. Потом еще 4 месяца монтажа и изготовления объемной 3D-графики. Дизайнеры телекомпании нарисовали плоты, которые участвовали в экспедиции. Чтобы все выглядело натурально, учли самые мельчайшие детали. Каждый плот на длительное время стал домом для 7 членов экипажа. На него погрузили запасы еды и воды на 2 месяца, личные вещи. О тяготах жизни в огромном океане на маленьком плоту рассказывают 2 русских доктора – москвич Сергей Романов и тюменец Сергей Гольцов. Экспедицию разбили на 2 этапа. Врачи сменили друг друга на острове Пасхи. Когда я отправлялся в экспедицию, я хотел быть плохим матросом. Я думал, лучше я буду самым плохим матросом, чем самым лучшим доктором. Так. И, слава богу, ничего такого серьезного не было в экспедиции. «Кон-Тики 2. Утомленные ветром» – это 7 серий, полные приключений, морской романтики, драматизма. Красивая история противостояния человека и стихии. Игорь Канев, Сергей Мякишев, «Тюменское время».